Друзья, приветствую! Александр с канала Транзит Про предоставил два образца масла Shell Advance 4T Ultra 1550. Это масло для мотоциклов. Александр занимается мотоэвакуацией, и поэтому в прошлом он тоже мотоциклист. Насколько я знаю, профессиональный. Значит, вот образцы, это свежие. Вот я показал, баночка была запечатана. Сейчас, кстати, прибор проверяет основу. Все, готов. Соответственно, я создам эталонный образец. Но сначала прибор попытается определить, что это за масло. Что это за жидкость, скажем так даже. Вот, а потом уже с этим образцом можно будет сравнить отработку. Процесс анализа я запустил. Вот информация по, значит, по это Honda VFR 800-кубовая 2002 года. Его зовут бабушкой, потому что старенький мотоцикл. Общий пробег 90 тысяч. Это очень много для мотоцикла. Отработка с пробегом 8 тысяч километров. 100% город. Ну и видите, режим какой. Смотрите, это уже стало фирменным знаком Ультры. Вот такое 85% моторное масло и еще совпадение с маслом для тяжелой техники. Постоянно Ультра так себя проявляет. Возможно, это вот GTL, масло из газа в смешании с чем-то. Ну, не знаю, там какие-то пропорции. Так, значит, это вот те совпадения спектров по мнению приборов. Максимальное совпадение у нас Chevron Veritas 800, Marine, морской какой-то 800, не знаю, честно говоря. Ну вот, фирменный знак Ультры. Значит, я помечаю данный образец. Ну, по крайней мере, я практически полностью уверен, что это реально Shell и Ultra. Потому что она, как я уже говорил, повторюсь, она так себя проявляет. Значит, записываю Shell Advance Ultra. Да, производитель тоже в описании, на сайте тоже написано, что используем база, сделанная из газа 1550. Это по каким параметрам будет оцениваться? Так, лимиты. Лимиты я пока пропускаю, потому что данных по щелочному я не нашел. Ни в анализах, ни Shell их не дает традиционно. Поэтому сейчас посмотрю, что намерит прибор. Так, смотрим. Гликоли здесь 0,2. Угу. Прибор намерил 6,6. С учетом разницы ГОСТов. В описании можете почитать статью про это. Получается где-то 8,1. Соответственно, нижний лимит я выставляю 3,24, это 40%, и 50% это лимит предупреждения. Так, сейчас я опять вернусь на измеренные данные, уберу сажу, отрицательные значения, все равно при анализе он не показывает. Так, я здесь немножко ошибся пунктом, да, откорректирую щелочное и сажу в нули выведу. Но при анализе отработки он все равно не дает саже и гликоле упасть в отрицательные значения. Обрезает их. Так, смотрите, красным цветом это данное масло. И видите, небольшой горбик. Может быть, это как бы как-то и проявляется GTL таким ступенькой. Не знаю. Обманывать не хочу, но так как предположение. Все, значит, ячейка чистая. Я закладываю отработку. Кстати, по отработке у меня возник вопрос, были ли доливки. Не знаю. В принципе, на мотоцикле, мне кажется, доливки обычное явление должно быть. Обороты большие. Я думаю, что на больших оборотах, на высоких, кольца намного хуже снимают масло со стенок цилиндра. Просто они не успевают так быстро работать. Сейчас покажу, какого цвета данная отработка. Посмотрите, она такая, в принципе, не грязная, но такая серенькая. Ну, вот такая, да.
не сказал бы, что убитая. Возможно, еще раз повторю, были доливки, которые подразбавили. Потому что для мотоцикла это 8 тысяч это много на масле. Так, анализ практически готов. Сейчас посмотрим результаты. Так, смотрите, масло полностью рабочее, отличные показатели, 90% по присадкам, слишком много, и щелочное очень высокое, 6,5. Гликоль, было 0,2, здесь 0,5, и много воды. Скорее всего, антифриз попадает в масло. Ну и немного сажи есть, да. Сажа, да, ну видно, что не в идеале мотор. Ну, для такого пробега, я думаю, что в порядке. Значит, я данные предоставил Александру, а он связался с хозяином. Хозяин подтвердил, что ГБЦ у мотоцикла деланная, и, скорее всего, да, компрессия тоже не идеальна. Кольца могут пропускать. Сейчас сравним, значит, вязкость, изменение вязкости двух образцов. Да, смотрите, как сразу видно разницу. Масло сильно разжижено. Мне тоже кажется, это связано именно с оборотами, с высокой скоростью движения поршня, и кольца не успевают снимать все масло, и много масла попадает в картер, бензина попадает в картер. Так, смотрите, вязкость провалилась. Масло слишком жидкое. Вот, а опасность это в чем? Что такое разжиженное масло, ну, естественно, пленка не такая крепкая и может, значит, в каких-то экстремальных режимах порваться. Так, здесь 8,1 я уже записал, 6,5 подставил, немножко ускорил и отработка 8000. Но у меня получились какие-то вообще фантастические значения, 24 300 километров масло способно по этому щелочному отработать, поэтому я более чем уверен, что здесь были доливки и доливок было немало. Кстати, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ну, лайки все-таки лучше, наверное, да? Или дизлайки? Ну, сами решите. Благодарю Александра за образцы, владельца мотоцикла тоже за образцы благодарю. Всех, кто досмотрел данный ролик до конца, респект вам и уважуха за терпение и интерес. Желаю всем удачи и здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока.